А Артур? Вы разошлись? Он погиб. Когда? Во время войны. В каком году? В 44-м. Прости, ты уверена в этом? Да. И поэтому ты все эти годы живешь здесь. Я сварю кофе. Нет, спасибо. Мне действительно уже пора. Ты знаешь, такое чувство у меня, будто мы говорим не о себе, а о чужих. Мы... были чужими. Да. Может, возьмешь мой адрес? Так, на всякий случай. Ну, зачем? Да. Действительно, зачем? Был очень рад повидаться. И все-таки я хочу, чтобы ты была счастлива. Когда-то еще, в 46-м году, в одной из наших газет я видел фото латышских рыбаков, которых спасли шведы. Я узнал Артура. А потом все подтвердилось в Нью-Йорк-коллеге. Твой Артур жив. Вот так. Кто тут есть? Thank you.
мала. Слезы наших сосен. Помнишь, мы с тобой говорили? И потом долго думал, почему сосны плачут. Ты тогда был еще маленьким и не знал, что на свете есть горе и слезы. Скажи, а сейчас ты счастлива? Да, я счастлива. Потому что я опять здесь. И потому что я тебе вернула то, что когда-то отняла. Об остальном не спрашивайся.